Ну-ка, диджей, сделай громче! Ой, я фанат. Я только забыл одеть цепи и всякие там перстни. Да, я фанат. Слушай, жуткий. Он такой большой, я сейчас видела его в гримерке. Он реально очень большой. Ты хочешь быть похожим на него в телосложении? Нет. Тело меня его не интересует. Хоть одну песню знаешь его? Нет, конечно. Как я могу знать его песню, если я даже не знаю, как он выглядит? Это реально откровенно сейчас было. Вы будете ему подпевать? Конечно. Я все знаю его песни наизусть. Что ты готова подарить ему сегодня? Давай. Масса эмоций, энергии! Какой вы большой? Это вопрос? Нет, это утверждение. Расскажите о сегодняшнем выступлении в Петербурге. Сегодня мой концерт в клубе «Эстрада». Сегодня будут новые песни с моего альбома. У меня вышел альбом «Холодное сердце». Будет какая-то специальная подтанцовка, может быть, нет? Или у рэперов такого нету? Нет, специальной подтанцовки не будет, но будут девочки танцевать на сцене. Сплю и вижу ее во сне. Будет просто хорошая энергетика, хорошая подача новых песен и вообще моих песен всех. Кто знает, кто пришел сюда. Ну да, здесь ребята, конечно, очень вас ждут. Как дела, Джига? Все ровно, мо. Как там Питер? Красиво, как в кино. Кстати, салют Одессе. Салют моим людям. Москва в деле, не фан. Fuck you, baby. Как дела, Джига? Все ровно, мо. Как там Питер? Красиво, как в кино. Кстати, салют Одессе. Салют моим людям. Москва в деле, не фан. Fuck you, baby. Это Джиган специально для geometria.ru. Всем мир!